Я сейчас хотел идти в этот уровень, и я вспомнил то, что там будет тоже такое задание. Или это точно не в том? В общем, я не уверен, но я на всякий случай, на всякий случай. Значит, мы сейчас сюда не пойдем. Значит, мы вот эту кенгурушку освободили. Мы сначала ее мир пройдем. Потому что я точно не помню, но вот на этом уровне она точно есть, да? А на том уровне, по-моему, она тоже есть, но я не уверен. Давайте сначала пройдем ее уровень. И потом уже на всех остальных уровнях, где она должна быть, она уже будет доступна. Вот. Так что сначала к ней пойдем. Так. Вот ее уровень я тоже вообще не люблю. Вот на нем, кстати, яйца пропадали все время. Thanks again, Spyro. Now I have to find out what that... Hiya, Sheila. Леха, Шина. Так, она очень высоко прыгает, во. Офигеть. Так, и еще она может вот так вот бить ногами. Музыка тупая вообще, и уровень тупой, и это кенгуру... Ну, она, в принципе, прикольная, но мне больше нравится сержант Бёрд. Птица, она летает, можно летать куда хочешь лететь. Так, еще можно бить ногами вот так вот. Хуя! 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 Так, и тут секретик есть. Вот он мне подсказал как раз. Опа! Как бить-то? А, во. Промазал. Во. И некоторые камни вниз попадали, как обычно. Тут в этой музыке сильные басы. Дух-дух, мне прям по ушам бьют. Поэтому я басы выключил. Смотрите, как прикольно можно прыгать. Шуна! Шуна! Прикольно, да? Не, прикольная кенгурушка, в принципе. Вот. Тут сейчас первое яйцо, вот оно пропадало. Вот оно. Пушебино! Руби. Так, и тут тоже секрет есть. Сейчас. Вот где-то тут надо запрыгнуть. Вон. И прям в прыжке ударить по камням. Блять. Во. Нет, это не то. Должна быть другая комната. Это маленькая, должна быть большая. Видите, тут потолок. Еще должна быть такая же комната. А вот здесь. Во. Нет, тоже не то. Блин, что-то не то. Блин. А где же та комната-то? Это все маленькие. Хм. Может, тут где-то? Да нет. Странно. Так, тут второе яйцо. Шила. О-ля-ля. Дженни. Та-та-та, ту-ту-ту-ту, та-та-ту-ту. Кто смотрит сериал «Декстер»? У него есть сестра, да?
Дебра. Вот, а ее играет актриса, которая на самом деле муж, жена его. Вот, ну они поженились. Вот. И актрису зовут Дженнифер Карпентер. И вот я ее называю Дженни. Вот. Она мне нравится, она прикольная такая. Вот. И тут сейчас был дракончик Дженни. Это ее, наверное. Так, тут, значит, эти чуваки бесконечно будут выходить из домиков. И нужно их домики замочить. Вот. А то они тут расплодились. Все. А на этом уровне вроде еще и камни исчезали. Я помню, что я собирал все полностью, а потом возвращался, а у меня тут все равно не хватало. Так. Для нее играть немножко неудобно. Не ту кнопку нажал. Так, остальное упало вниз. Так, все вроде. Тут уже выход с уровня. Так, вот тут, наверное, та комната, о которой я говорю. Да, вот она. Большая комната. О. Вроде я все собрал на этом уровне. Ничего вроде не пропустил. Да, все. И последнее яйцо осталось там, где выход с уровня. Вот здесь. Все готово. Шуша Береля. Нан. На-на-на-на-на-на. Все, уровень закончен. Все. Да пошла ты. О, заставка. Я не помню, что это было. А, колдунья прячется от них. Шишки про. О, Кикардо. Какой да-да-на-на. Look out, Hunter. It's the scary sorceress. I've warned you already. This place isn't safe for small dragons and... Thanks, but I think we can look after ourselves. Try looking after this! Come back when you finish witch school, okay? Say, is it just me? Or is she kind of cute when she's angry? Хантер влюбился в нее. Прикольно. Ну чё, все, теперь знаете, что сделаем? Так как мы ее уровень прошли, она теперь доступна в этом уровне, поэтому пойдем сюда, закончим уже до конца. Потом уже в тот уровень. Опять сейчас тут такая фигня, но я не помню, чтобы она была, видите? Нужно просто сохраниться заново. А где тут сохранение-то? Как тут сохраняться-то? А, во!
Вот так. Так. О, шо, друг, ку-ку! Так. Вон она доступна уже. Сейчас опять за нее будем играть. Hey, Spyro. Кушу троллю! Так. Alas, I have lost the... Тут очень прикольный момент. Тут нужно будет на башню забираться на самый верх. Очень прикольно. Рыцари. Мы рыцари, суки, тупые! Только отсюда куда? О, видите? Вон башня. А лягушки по жопе дал. Я рыцарь, сука! Пошел нафиг. Я рыцарь! Да жопа ты, а не рыцарь. Я тоже рыцарь! Ты тоже жопа. И я рыцарь! И ты жопа. Чё она в окно не запрыгивает? А, вон. Так, теперь отсюда куда? А, вот в самый низ. Жопа рыцарь. Рыцарь жопа. Не рыцарь и не жопа, а рыцарь жопа. Вот. А вон там мы еще не были. Бог ты, сука, он в меня попал. Так, тут дополнительная зона. Так, а как отсюда выбраться теперь? А, вот. Чё она туда не запрыгивает-то, блин? Я говорю, за нее неудобно играть. Это управление тупое. Так, теперь заново нужно забираться. Ну все, тут сейчас наверх башни поднимемся и на этом закончится. Где-то я еще камни пропустил. А, вот они. Тут неудобно, тут камера сама крутится, блин. Видите, она сама, я камеру вообще не трогаю. Почему она не остается все время за персонажем? Это единственный момент, по-моему, такой в игре, где камера так тупо крутится. Все. Марко Трококарта! Люси!
Люси-пуси! Все. Надеюсь, я камни нигде не пропустил. Ну, конечно, где-то да пропустил. Короче, потом, когда способность появится, я тогда включу и посмотрю, где я пропустил камни. Ну все, мы можем, в принципе, выходить уже с уровня. Что я этот уровень не люблю? Два камня всего пропустил. Ну буду я их искать теперь, да? Ну нафиг. Выходим. Я даже не знаю, где они могут быть. Наверное, где-то на скейте, когда катались, пропустил. Потом придется вернуться сюда. Так, ну чё? Давайте на этом сейчас остановимся и в следующем видео пойдем уже точно в тот уровень, потому что уже тут ничего больше не осталось. Только в тот уровень идти. Вот, просто уже к 20 минутам подходит дело. Вот, я его не успею пройти, а разделять, то есть начинать его сейчас и продолжать в следующем видео я не хочу. Я хочу, чтобы видео было на уровень. Чтобы не разделять, вот.